Лет 20 назад я работал на радиостанции «Ностальжи», вел авторскую передачу «Дорога и песня» об авторской песне. И как раз в преддверии дня рождения Александра Аркадьевича я готовил о нем обширную передачу. Ну, естественно, прослушал около полусотни любимых песен для того, чтобы отобрать. И вот люди, пишущие, меня поймут, а здесь большинство в зале людей, пишущих, я не сомневаюсь в этом, что когда слушаешь своего любимого, да не важно, просто талантливого человека очень долго, начинаешь мыслить его категориями, писать его и думать его слогом. Это случается как-то независимо от нас, потому что талант – это как вирус, он ведь передается, поэтому мы и любим стихи. И я вдруг поймал себя на мысли, что начинаю думать как Галич, и не стал себя отказывать в этом. Подражание Александру Аркадьевичу Галичу. Я прошу учесть, что песня была написана более 20 лет тому назад. Я хотел переделать слова, потому что подумал, ну вдруг молодые здесь и не знают этих. Потом посмотрел в зал и понял, что здесь, в этом зале, все все понимают. Звучит? Нет, Виктор? Вон там, в порту суда,
хочет Сидней, хочет Бермуды. В общем, нам все равно куда. Важно, чтобы отсюда. И проснулся, мать ядрит, аж мурашки по телу. И пошел на балкон курить, потому что хотелось. А на улице спят бомжи, от росы сатанея. И идет потихоньку жизнь, да ну и я вместе с нею. А из крана течет вода. Поломался паскуда, ей воде все равно куда. Важно только откуда. Thank you.